С погодой повезло, так отзываются участники соревнований по пляжному волейболу о межрегиональном турнире. 15 и 16 июля, когда проходили игры, стояла солнечная погода. А это важно для данного вида спорта, говорят организаторы. Отмечу, что турнир традиционный. В этом году его гостями стали команды из Ижевска, Ишкар-Алы, Сыктывкара и Ухты. Всего 15 мужских и 7 женских команд. Несмотря на серьезное противостояние, кировчанам удалось занять весь пьедестал в мужской категории. Первое место среди девушек завоевала пара из Ижевска, а в смешанных турнирах золото получили участники из Сыктывкара. Судьи говорят, что профессионализм кировчан с каждым годом только растет. Кировская область себя показывает с каждым годом все лучше. Нас начинают узнавать, нас начинают в соседних регионах все-таки знать, что пляжный волейбол в Кирове есть. Мы занимаем в этой же там, в Мариэл, в Чувашии призовые места. В Казани про нас, ну, так скажем, уже знают представители наши. Ну, то есть знают уже людей, и это радует. К нам начинают с радостью ездить.